Здравствуйте, мои хорошие, и снова с вами магазин Lyuchi.ru. Мы продолжаем рубрику «Камни знака Скорпион». Очень прошу вас, напишите в обратной связи, как на вас действует янтарь. Вот мне, честно, янтарь не действует никак. Я к нему равнодушна, у меня знак Рак. Вот хочу послушать от скорпионов, как на вас действуют и остальные знаки. Если вы напишите, буду безумно вам благодарна. Тем не менее, украшения с янтарем делается огромное количество. Самый топовый поставщик янтаря, это, конечно, у нас Калининград. Да, там у нас именно добывается янтарь, и вообще там одна из крупнейших добыч в мире. Бывает янтарь натуральный, бывает прессованный, ну и бывает имитация. Самый дорогой сорт янтаря, это вот такой костяной, когда он практически белый такой, да, вот светло-светло-желтоватого оттенка. Есть вариант зеленого, на самом деле он тоже желтенький, и есть вишневый янтарь. И сейчас мы с вами посмотрим поближе все украшения, которые у нас есть. Начнем мы, наверное, с самого дорогого костяного янтаря. Здесь у нас компания Века. Интересное сочетание, восточный стиль украшений, да, комплект называется, по-моему, Тбилиси у нас. Вот, и янтарь. Вот как-то у меня в голове не монтируется, но внешне, за счет того, что они поставили, видите, вот сюда такую линейку желтоватых фианитов, смотрится достаточно органично и притязательно, я бы сказала. Колечко у нас по размеру 19, и оно всего одно, вообще этот комплект всего один. И сережки, опять же, ровно такой же орнамент, как на колечке, обыкновенная швенза, вот такой у нас молочный янтарь. Дальше мы смотрим. С молочным натуральным янтарем из Калининграда есть у нас такой, но это не комплект, это штучные изделия, которые мы собрали в комплект. Кольцо с богатой такой оправой, причем здесь у нас идет посеребрение, то есть по серебру еще наносится посеребрение. Это специальная такая обработка, потому как Калининград у нас морской порт, и как вода морская воздействует на металл, в том числе и на ювелирный, да, они, конечно, знают, поэтому они используют посеребрение. Тоже натуральный молочный янтарь, видите, немножко он даже такой в восковке. Это вот следы его роста, здесь ничего не цепляется. Колечко у нас здесь по размеру 18, но шинка широкая. И 18, ну, мне кажется, все-таки на 17,5 прям, знаете, так хорошо сел. И сережки здесь немножко другая по краям, видите, более легкая текстура серебра, обыкновенная английская швенза, но вместе за счет цвета янтаря, да, как бы, мне кажется, они достаточно гармонично смотрятся, не так громоздко и очень, опять же, презентабельно, мне кажется. Все-таки это дорогой сорт янтаря. Теперь мы с вами поговорим про зеленый. Немножко вот так буду убирать. Что такое зеленый янтарь? По сути, зеленого янтаря не существует. Весь зеленый янтарь – это обыкновенный вот такой вот желтый, но снизу положили вот такую подложечку, видите, черного цвета. И за счет этого, вот если мы в бок смотрим, что вот это кольцо, что вот это, вот его цвет, он такой слегка с лимонным отливом, может быть желтым. А когда в ней кладут подложку, то он, его насыщенный цвет становится вот таким зеленоватым, как бы, да, болотным даже, я бы сказала. Вот эта модель, кольцо 21 размера, огромный совершенно размер, он мне на 19,5 прям так свободненько, как я люблю, сел. И сережечки есть здесь, кстати, вот легче посмотреть, вот эту подложку кладут, да, из агата, наверное, обычно ее делают. Мне кажется, комплект в таком современном, прям европейском, опять же, стиле. Небольшая вот текстура по серебру и все такое четкая геометрия. Четкая геометрия – это всегда про стиль. Легко монтируется со множеством классических таких базовых вещей. Точно такой же комплект у нас с вами есть. Я немножко так по очереди убираю. В обычном вот таком вот желтом классическом понимании янтаря. Размер 20, тоже прям, видите, здесь уже у нас на просвет работает, никакой подложки нет. Здесь у нас чисто натуральный янтарь идет, ничего здесь, они так и пишут, вставка янтарь, ничего лишнего. Это поставщик Калининград, вернее, город Светлогорск, который находится под Калининградом. И есть вот такая подвесочка. Тоже, мне кажется, очень хороший рабочий комплект. И здесь, мне кажется, очень такой приятный какой-то королевский желтый цвет. Такой плотный, медовый какой-то. Вот он, да, бывает такой мед, когда сольют, мне кажется, прям вот такого он цвета. Достаточно эффектно смотрится. Я говорю, с базовым каким-нибудь костюмом великолепно. Или с базовым платьем-футляром.
Вот. Сейчас мы посмотрим с вами очень активные украшения от компании Vega. Vega всегда про крупные украшения, про большой дизайн, такие вещи, когда вам хочется вот выделиться, когда вы хотите, чтобы вас заметили те, кто спасается крупными украшениями, кто их любит. Здесь у нас янтарь, конечно, прессованный, потому что натуральный в таком контексте будет стоить достаточно дорого. 18 размер колечка за счет того, что оно широкое, мне кажется, ну да, оно село мне даже на 18,5 совершенно как бы свободно. Чем еще хорош янтарь? Он совершенно не тяжелый. И вот при том формате сережек, как, например, сейчас, посмотрите, у меня сережки, даже весь комплект на ладонь не умещается, да. Сережки у нас здесь с вами весят всего лишь 20 грамм. То есть, если бы мы сюда повесили натуральные какие-нибудь агаты, они бы под 40 весили. То есть, янтарь, он легкий, собственно, его и добывают, так он всплывает, да, в тяжести морской воды. И есть вот такой кулончик. От компании Vega есть еще один комплект, который более такой обременен узором, тоже немножко такой, мне кажется, он восточный, затейливый орнаментный узор. Очень интересная огранка янтаря. Здесь такая неправильно вырезанная капля. И очень красиво комплект смотрится на пальчике. 18,5. Но здесь опять у нас идет про дизайн, да, все-таки про историю серебряных украшений из Петербурга. Здесь все-таки больше украшений от Веги. Это всегда история, это всегда ювелирное искусство. Хорошее открытие. Причем обратите внимание, что вот эта сережка, она будет четко сидеть на мочке уха неподвижно. За счет этого, опять же, вес очень хорошо нивелируется. Посмотрите, очень шикарный набор. И к нему у нас есть браслет. Идеально вообще садится на руку, легко застегивается, потому что здесь обычный складной замочек. И вот в таком вот формате полный комплект. Мне кажется, такие украшения, которые с очень большим, скажем так, количеством вот затейливости, да, вот этой всей, мы носим всегда с очень простой одеждой, с идеально простой одеждой. И еще он хорошо подойдет к стилю боха. Дальше мы смотрим необычные вещи. Вот это фантазийное, то есть взяли камень, ничего с ним не делали, посадили на подложку, посадили на серебро. Обратите внимание, колечко безразмерное. И все, здесь ценность вот в самом куске янтаря. Кстати, китайцы и японцы сейчас умирают от нашего янтаря. Италия скупает наш янтарь. Поэтому, если вы вот благотворно, скажем так, он на вас влияет, озадачьтесь покупкой. У нас еще цены до 2020 года. Поэтому есть в чем и где выбрать. Если вам не нравятся такие массивные украшения, мы готовы вам предложить очень лаконичные, очень современные, по-европейски стильные и немножко в унисекс уходящие изделия. Представляете, какое колечко, причем обратите внимание, его можно тоже совершенно свободно раздвинуть. Да? Здесь у нас сочетание серебра и позолоты, крошечное пуговка янтаря, опять же, на подложке, за счет этого она стала зеленым цветом. И микс металла всегда хорош тем, что вы можете на другую руку надеть другое колечко. Да? Например, у нас, опять же, тема обручальных колец, да, когда они у нас выполнены в золоте. Посмотрите, как эффектно смотрится. Очень стильно, лаконично, в стиле минимализм и эффектно натуральный янтарь. Опять же, он у нас благоволит, помимо там, я знаю, что ко льву он очень хорошо относится, еще и к скорпиону. И последний, прям вот это стиль и модель, очень интересные треугольнички. Здесь у нас янтарь коньячный или цвета вишня. Опять же, это натуральный цвет янтаря, никаких подложечек здесь нету. И размер колечка 20, у меня сегодня какой-то прям везуха на большие размеры. Повешен он на золотую, подвешен на золотую цепочку в форме рюмочки. Тоже с янтарем цвета вишня или коньяк. И пусеты, сережки, посмотрите, какие милахи. То есть это опять лаконичный, европейский, брендовый, вот какой-то такой дизайн. Так что выбирайте украшения с янтарем, пишите ваше мнение, как вам зашел янтарь, какую энергию вы от него почувствовали. А мы вас всегда ждем вас в нашем магазине. Всего самого-самого хорошего.